Более 2000 участников демонстрации, столько же наблюдают за праздничным шествием со стороны. Удачницы в едином порыве вместе со всей страной отметили 1 мая. Среди участников шествия не только работники предприятий, организаций. Здесь и передовики производства, отличники учебы, спорта и заслуженные жители города. Мира и благополучия вам, дорогие труженики, удачного! Ура! Как и во многих городах, по традиции открыли первомайскую демонстрацию мотоциклисты. Следом за ними работники городской администрации. В этом году к оформлению колонн подошли творчески и, как говорится, с креативом. Например, можно было увидеть транспаранты с лозунгом «Нету лучше жениха, чем работник ЖКХ». Или «Как работал, так и заработал». А мы решили поинтересоваться, что для самих удачников сегодня праздник 1 мая. Очередной выходной или нечто большее? Люди должны знать, и наши жители страны должны знать нашу историю. А 1 мая – это история нашей страны. И поэтому обязательно такие праздники должны проводиться. Это традиции наши издревле, так что надо их соблюдать, это точно. Да, нужно. Потому что в этот день все люди собираются, все вместе и празднуют этот прекрасный день. Это нас как-то вдохновляет. Очень весеннее настроение, весело, нам очень нравится. Мы не зря сюда пришли. Еще новшества смотрим, ввели, премии давали за лучшие колонны, тоже понравилось. Чтобы поддержать тех, кто оформлял праздничные колонны, объявили специальный конкурс. В итоге самой необычной и нарядно оформленной признали колонну ремонтно-специализированного цеха. Спасибо за ваш труд, дорогие ремонтники! Ура! Успехов вам и процветания! Ура! После демонстрации удачницы отправились на центральную площадь. Там буквально яблоку негде было упасть. Для всех организаторы подготовили большое театрализованное представление. Участники, работники удачинского комбината и сами жители города. А всевозможные игры и развлечения дополнили празднество по случаю 1 мая. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».